Ма, я дома. Мы на кухне. Мы? О нет, хоть бы это была соседка. Привет, Лерочка. Я пойду, у меня там это, голуби не кормлены. Села за стол. Ой, а я вот убирала, представляешь, а Кристиночка в гости зашла и помогла мне убрать. Ой, да, я так убирать люблю. Дома бы каждый день убирала, да мама не разрешает. Ой-ой-ой, так ты втихаря убирай ночью с фонарем. А я так и делаю иногда. Вот, Лер, учись, а у тебя в комнате ногой стать негде, везде все валяется. Ма, это называется креативная расстановка, творческий подход такой. Не поясничай тут. Ну а чё, по-моему, это лучше, чем по ночам полы мыть. Валерия! Ладно, ладно, пойду в свой гадюшник, ищите меня в куче шмоток.